Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Swamp Attack. Друзья, давно-давно его не было, так что не забудьте прожать лайкосики, это очень много значит. Мы с тобой остановились на том, что... Это просто офигеть, ребята, это просто офигеть. Мы открыли дядю Васю, который капец, чё он только... Он капец, что мутит, ребята. Так, ну, из других новостей. Во-первых, у нас нету взрывчатки, поэтому это очень плохо. Мы сейчас нифига не пройдем. Нам нужно выбрать какого-нибудь босса, особенно легкого. Особенно легкого. Мы с тобой можем вот так вот быстренько пролистать. Чуть ли не до первого. Да, надо по-любому. Так, и он, по-моему, у нас... Так, а погоди, а как понять, что я про... Я его не про... Я бобра не прошу. Самого первого босса... Я не представляю, что мы сейчас будем делать с ним. У меня же... Капец. Ну, давай посмотрим. Дядя Вася и так уже чуть ли их там не выносит. Это типа хардкор, но типа. Итак, смотрим. Конечно же, мы сегодня с тобой пофармим денюжки. Может, как раз дядю Васю прокачаем прям вообще до нереальности там. Так, раз, два, три. Пока босс шота не выходит. Где-то там прячется, но ничего. Ничего, друзья, мы его немного подождем. Он чуть не с одной дробинки, офигеть. Мы с тобой выстреливаем. Так, отлично. Перезарядка. Друзья, я на самом деле скучал по Swamp Attack, по этому болоту. Знаешь, я уже как... Не знаю, как Шрек скучаю по своему болоту. У него вот радость в жизни, это с болота, прикинь. Ну, блин, а чё? На болоте, кстати, прикольно. Там тебя никто, типа, никто не трогает на деле. Всё-таки у него там появились, блин, типа, друзья. Сослал король, блин, на болото. Это пипец. Всё, босс... Нет, пока босс не идет. Я вижу только пилы. Ну, это нормально, специально, видимо, так сделано, чтобы мы уже умерли. Нет, не умерли. Немножечко заколебались, уморились. Вот как правильно. Правильно, как говорить. В принципе, можем. Кстати, довольно подождать. Вот все идет. Вот. Ты узнаешь его. По бензопиле. Все, вперед, критическая. Раз. Отличненько, уже половину, прикинь, снесли. Не, ну, ты не приближайся, ты лучше не приближайся, потому что тетя Клава, она тебе вообще задаст, чё. Ты просто не представляешь, что она начнет творить, блин. Так, ну он пока, блин, подходит, засранец эдакий. Ладно, ничего. Мне, конечно, интересно, тетя Клава его вынесет или нет, сейчас она начнет его бить. Ну-ка, давай посмотрим. Давай, тетя Клава, давай, мочи его! Тетя Клава! Ты это видел, офигеть! И мы с тобой получаем аж не так много. Ну что-то за босса вообще мало, согласись. Давай теперь попробуем. Выходим на карту. И попробуем самого такого, ну, последнего, которого мы... Мочили, сейчас, секунду. Друзья. Ой, я слишком... Блин, офигеть, такие спойлеры чуть-чуть. Вот это вообще прикольно. Извините, друзья. Так, вот этого. Но для этого нам нужно, наверное, все-таки в магазин-то сходить. Что-нибудь купить. Ну, по-любому придется. Давай, батареи. Нормально, 12 батарей. И про... Да блин, да какого фига ты вернулся? Ну эй! Так, раз, тихо. Ага, все, давай попробуем. Великан! Итак. Отлично. Дядя Вася неплохо орудует. Так, мне только скунсов приходится убивать. Это самое такое не очень хорошее. А вот и наш главный зверь. Да, который, блин, будет меня сейчас вот напрягать. Все очень просто. Надо в глаз ему стрелять. Так, на хардкоре, как ты видишь, ну, так нормально.
принципе... Ух ты, он, короче, пердит-о! Нифига себе, ты засранец, блин, он пердит. Прикинь. Так, его надо как-то вот так вот, наверное, валить. Аккуратненько. Блин, у нас... Так, ну у него уже меньше, по крайней мере, хпшек. Все, минус один глаз. Так, давай, давай, ставим акумик, конечно. У нас все равно больше хп. То есть, как бы... Фактически одна четвертая, но... У него меньше. По глазюкам есть! Еще один выбили мы ему. Капец происходит, конечно. Так, критический удар. Есть. Еще один выбили. Выбили из строя. Ну, не знаю. Не знаю, правда, друзья, сколько ж дадут-то за этого босса. Неужели так же дадут, типа, 20 тысяч? Ну, с этим имеется в виду. Так, давай. Что-то немного мы расслабились. Уже видно, что... О, аптечка. Блин, вот это вообще супер. По идее, конечно, здесь можно, наверное, даже подфармить. То есть, при желании. Так, подумай. В принципе, неплохо, да? Так. Сколько у него там? Чуть-чуть. Все, последний глаз. На! Красавчики. И... Не так много, 12 тысяч мы с тобой получаем, ну и того, ну, 25 косарей, ну, в принципе, у нас же вот тут 39 и того, не-не-не, в принципе, что это мы с тобой загрустили, ну-ка, блин, у меня единственная мышка, так я соседа Вася, ты уже, блин, вот откуда у меня, прикинь, медведь у нас будет, блин, это вообще круто. Короче, пацаны, у меня мышка уже начинает тут заедать, к сожалению. Смысл в чем? Мы сейчас должны всякие боеприпасы набрать, холодильники. Я, кстати, не знаю насчет холодильников. Что-то холодильники, кстати, как-то и не нужны уже, да? Заметил? Сейчас уже просто такое время пошло. Мы как-то ими пользовались. Это не про реальность, друзья. Ты сейчас подумаешь, что ты, блин, что он там несет? У меня в холодильнике-то еда. Кстати, что у тебя там в холодильнике, братан? Блин, вкусненькое там что-нибудь. Так, видишь, у меня... Мышка, к сожалению, залипает. О, все. Может, ее как-то это... Ужасные монстры. Все, начинаем их валить. Пацаны. Проблема в том, что здесь будет робот. А робот это просто такая жопа, пацаны. Вот, серьезно, я тебе говорю. Он, эти аккумуляторы... Короче, всасывает в себя этот засранец, блин. И, естественно, ничего хорошего. Вот он. Ух, я успел его быстрее, кстати, взорвать. Отлично. Так, мультиубийство, офигеть, что там происходит. Надо на всякий случай... На всякий случай стоит нам, друзья... Немножечко перезарядиться, потому что, блин, сейчас будет робот по любосу. Еще один. Не, комары. Че, блин, вообще происходит? Уже косарь, между прочим, мы с тобой надыбали. Так, вижу робота. Взрываю робота. Робот, я робот. Так, применяем дождь. 1341, нормально. 1400. Все, перезарядка. 1500, нифига мы с тобой накопили. Ну, не так много, на самом деле, уж прям. Я бывало забой там вообще очень-очень много получал. Такое. Так, все, последний крокодил. 9000, норм, даже не буду смотреть рекламу, сойдет, идем на карту, и тут у нас какая, вот сейчас уже круто будет, потому что вредоносная машина. Блин, да что такое, вот она. Увеличивает вред, который наносит монстр, берегись. То есть, типа баф какой-то, офигеть, нифига себе, блин, вы что придумали? Но это лучше, это на самом деле лучше, чем
робот, потому что робот меня больше всех бесит. Это полная фигня. Но, я так понимаю, он все равно будет появляться не так часто, потому что разработчики, ну, понимают, что если, например, проходить же, к примеру, без доната, то ты навряд ли на что-то вот купишь, ты будешь именно с орудиями там, а не со всякими аккумуляторами. Но я с аккумуляторами, я капец как с аккумуляторами. Робот там все-таки есть, ах ты жопа! Все, тетя Клава, аккуратней! И все, видишь, в чем прикол? Блин, надо было... Ай, оставить его, пока я там не перезаряжусь. Так, эти слишком быстрые. Чё я, блин, там сказал, что роботов не будет? Пипец, чё, сколько роботов? Сколько крокодильё? Так, дядь Вася, давай затащим эту катку, бро. Давай, братан. Тебя не должны тронуть эти сволочи мохнатые. Ой, блин, они подбираются-то прям капец как. Давай, там всего лишь крокодилы. Крокодильё. Давай. Есть, братан, офигеть, дядя Вася, это самый крутой кашперц. Смотри, все, минус пылесосы, он их просто, новое достижение, пацаны. Соседская помощь, вот так вот. Неплохо, я тебе скажу, обязательно сейчас надо будет закупиться взрывчаткой. Капец, это, конечно, вообще невыгодно. Так, давай, кислотный дождь, побольше этих. Давай, покупаем. Это купим, то купим. 9-й уровень. Итак, чуваки. Воздушная турбина. Так, окей. Просто плотненький огонь идет у нас. Смотри какой. Раз, ля. 2, 3, калина. Так, и смотрим, что это воздушная турбина. С попутным ветром монстры бегут еще быстрее. Блин, сильнее, быстрее. Смертоночнее, опасней. Да какого фига? Ну-ка, убери эту, блин, паскуду. Ну-ка. Мы пройдем еще как, блин. С тетей Клавой, дядей Васей прям вот должны, не знаю, как кто, блин. Как боженьки. Вот, смотри, сколько вся... Ты посмотри на это! Боже ты мой! Что происходит? Офигеть! Офигеть! Просто офигеть! Они же меня сейчас доконают! А у меня еще... О, я еще живой даже. Еще на удивление очень-очень странно. Но, блин, куда же я без моих... Без моих-то папуасов, блин. Капец, у меня курсор все уже. Точнее, мышка что-то вообще. Стоять! Стоямба! Турацкие, блин, засранцы! Только не робот! Блин, робот, тихо! Фу, слава богу, я его сразу прибил. Офигеть, как мы с тобой выжили, это просто пипец. О, отлично, мы с тобой нехило так. Ну, 9000, это получается, я сейчас все чуть ли не потерял. То есть мы сейчас в плюс такой большой не уходим. Видишь, у меня залипает клавиша, это прям пипец. Надо будет разобрать мышку. Тихо, блин, сейчас купит что-нибудь не то. Говнюк маленький. Так, батареек, чем больше, тем лучше. Вон, видишь, вообще уже просто нереально. Так что поставь лайкосик, братиш, а то... Стараюсь как бы, даже, блин, с таким... Жаль, ну... Чёрт. Не понимаю. К сожалению, если только продуть, попробовать. Так, а тут вообще что-то жесть какая-то творится в плане... Ну, реально. Так, давай.
Блин, мышка, конечно, меня подводит, жесть. Так. Давай вот эту вот штуку подбираем. Ой, блин, хата горит! Сразу пускаем самолетик. Пипец, смотри, сколько у нас хп. Ну, хоть, надеюсь, кого-нибудь там попало. Хоть кого-то убило. Комарики, тихо! Не допускаем их. Капец тут комаров. Все, нам хана. Вот засра... Ой, засранцы. Нет, 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 я на последнего держусь. Давай, давай, иди, иди, иди. Кто там сейчас пойдет? Блин, у меня акумчик же. Нет! Гады, гады, гады. Ну что ж, друзья, ладно, на этом мы с тобой, наверное, закончим. Прости, что сегодня такая вот короткая серия. Все из-за того, что мышка все, она пришла. Ой, вот она чисто залипа. Блин, капец. Ладно, надеюсь, ты поставишь лайкосик. На этом все. Бай-бай, дорогой.